В честь 222-й годовщины со дня основания Тирасполя и праздника Покрова Пресвятой Богородицы в сквере городского дворца культуры владыка Савва провел молебен. В этот день очень храмы всегда православные полны благочестивого народа, который действительно с уважением относится к этому празднику. Покров – это некий, вот если посмотреть на саму икону, видно на изображение ее, да, покрывало, которое Богоматерь держит в знак свидетельства того, что она действительно простирает свои спасительные длани через этот покров. В сквере Дворца культуры в скором времени планируют возвести часовню.